31% старше трудоспособного населения привиты от коронавирусной инфекции. Это, конечно, крайне неудовлетворительные показатели. Показатели легли в основу ограничительных мер, сберегающих ограничительных мер в отношении старшего поколения 65+, кто не вакцинированный. На территории Российской Федерации зарегистрировано 4 препарата для вакцинации против новой коронавирусной инфекции. В противопоказаниях, в инструкциях, с которыми вы можете ознакомиться на сайте государственной регистрации лекарственных средств, ни у одного из этих препаратов не написано, что антитела являются противопоказанием к вакцинации. Не измеряйте, не ищите у себя антитела. Идите и вакцинируйтесь. Если вы не относитесь к категории, которые переболели с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.